Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находятся часы Garmin Swim 2. И сейчас я покажу вам, как поменять формат времени. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку Up. Далее продвигаемся вниз. Выбираем систему. Выбираем время. И здесь у нас сразу будет формат времени. Можем выбрать 24-часовой, либо 12-часовой формат. Выбираем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.